все. Я выезжаю из Черноморского. Начинается мое путешествие. Витя меня привез, посадил с вещами. И что-то мне так грустно стало. Да, грустно, скорее всего, от того, что очень долго в аэропорту сидеть. Надо будет... В Севастополе лучше. Несколько. Но ничего. Пока, Черноморск. Оксаночка, пока-пока. Все, поехали. Поля подсолнухов. Тут уже скосили. Что-то росло, рожь, наверное, уже убрали. Слушайте, вот вроде бы Мерседес, новый микроавтобус, но такие неудобные сиденья. Мы проехали всего 40 километров. Слушайте, я уже не знаю, что делать. Уж извините за такие подробности. Просто всю задницу отсидела. Кошмар какой-то. А еще ехать и ехать. Еще 100 километров ехать. Вот это Нузлав. Черноморск. Может вернуться? Я уже до Евпатории добралась. Долго. 40 минут, чтобы дальше поехать в аэропорт. Может сходить что-нибудь поесть? Плюс 33. Время почти 8 часов. Ой, все с голыми ногами. А я, гляньте на меня, в длинных штанах и в кроссовках. Ну, я еду-то все-таки в Питер. Ой. Так, это электричка, что ли? Я думала, это поезд. Нет, это электричка. Голубенькая какая. Вот и электрички ходят. Не покажу я вам сегодня закат. Видите уже. Это у нас там в степи видно, как солнце садится. А тут за домами не видно.
зашла в кафешечку, заказала себе соляночку. А чего так ждать автобуса на улице? Ну. Я когда сюда попадаю, частенько в это кафе захожу. Они довольно-таки так, ну, нормально кормят. Не сказать, что прям, конечно, шикарно, но... А я ничего же не готовила дома. А я вот не могу без первого. Кому-то, может быть, и все равно, а мне вот нужно. Как бабушка говорила, раз в сутки супчик должен быть в желудке. Автобусы. Вот что значит лето. Людей много на автовокзале. Зимой так. Человек 5. И все. Ну что? Очень приличная соляночка. Горячая. Ну, наконец-то, поехали. Я вообще не понимаю, для чего нужно перерыв такой делать 45 минут. Ну, для чего? Водителю отдохнуть после 70 километров, я не думаю, что столько времени ему нужно. Тут уже отдыхать устали, по-моему, все. Ну ладно, поехали. Плохо, что темно. Пляж длинный, за Евпаторией не видно будет. Да ничего не видно. И мечеть-то не видно. Непонятно, что это мечеть. Это мы Саки проезжаем. Ничего не видно. Туннели. Сверху самолеты ездят. Но это редко бывает, чтобы увидеть самолет сверху. Я вот один раз его видела. Сверху самолет, а внизу ты проезжаешь. Ну, все, немножко осталось. Пробок не будет никаких. Ремонт же дороги идет все время. Ну вот. 3 часа 15 минут. Это чтобы проехать 140 километров. Фонтан, он цветной. Ну ладно. Мы ехали-ехали и наконец доехали. Так, надо пойти найти, где перекурить. А, там вон через дорогу, там где фонтаны. Там же это дело-то перекурочное. Так, ладно, пойду туда. Вот это мое. Чемодан, пакет. Так. Ну, дети ждут. Ну, были же высокие струи. А, он, наверное, под музыку работает. Угу. Там музыка играет.
жару хорошо ходить между этими фонтанами. Да, под музыку. Господи, я-то как ребенок. Так, это такой парк, где перекуривают люди. Вот они. Вот, кто не видел этот аэропорт, показываю вам. Такой вот аэропорт. Я уже какой? Третий раз, да, полечу отсюда. А в памяти у меня все равно старый аэропорт. Он был такой уютный. На улице были такие хорошие кафешки. А тут слишком много продается вина крымского, слишком много для аэропорта. Ну, как-то, в общем, не знаю. Так вот первый раз производит впечатление, а потом приглядываешься и понимаешь, что все это не для нас, не для простых людей, не для пенсионеров, кстати. Ну ладно, я что пришла-то перекурить? Заболталась. Вот он то прозрачный, то разноцветный, то синий. Прям какое-то завораживающее зрелище. Не успеваешь включать телефон, как цвета меняются. Ой, прям хоть не уходи, тут сиди. Ну, красота. Так вот. То высоко, то... Ой, вообще. Ладно, Люба, остановись. Ну, что это? Ну вот. Я и внутри. Вот такой вот. Аэропорт. Вот эта стена была вся, ну, из натуральной зелени. Первый раз, когда я летела. Второй раз я летела, уже половина была живая зелень, а половина искусственная. Ну, сейчас, видимо, уже вся искусственная. Вот. Так. Ой. Ой-ой-ой, как все неудобно, когда руки за... Поехали наверх. Ну, теперь во всех аэропортах одно и то же. Крошки, картошки. Все вот это сетевое. Ну, вот так-то разобраться. Он и небольшой аэропорт-то. Ну, хотя здесь он и не нужен. Наверное, огромный. Он хоть и считается...
международный. Ну какие международные перевозки, если санкции? Нашла я себе спокойное местечко посидеть. Сидеть мне долго. Вот, мои хорошие. А теперь я вам хочу кое-что рассказать. Настроение у меня сегодня не очень хорошее. И все из-за того, что мне приснилось ночью. А приснился мне ужасно страшный сон. Ужасно страшный. И у меня весь день все это стоит в глазах. Я проснулась, спала я всего 3 часа. Я проснулась от собственного крика. Мокрая вся. И весь день у меня все дрожит внутри. Я уже и валидол, и пустырник, и валерьянку, и чего я только уже не пила. Но не помогает. Я так много летала в жизни. И, собственно, летать-то я как-то и не боюсь. Были у меня вот за всю жизнь 2 тяжелых рейса с турбулентностью. Ну, такие прям неприятные. Но все равно летаешь и летаешь уже вроде как. И вдруг вот такой вот сон. Просто наяву. Вот. И мне так страшно. Вот, мне кажется, первый раз в жизни. Мне так страшно. У меня несколько раз возникало желание развернуться и поехать назад домой. Правда. Не знаю, как я полечу. Если я нормально долечу, я вам завтра расскажу, и вы поймете. Ну, меня поймете, я надеюсь. Да. И не сказать, что я мнительная, там чего-то нет. Но до такой степени страшно, что прям не могу с собой совладать. Я уж прямо и пытаюсь себя по-разному отвлекать чего-то. То фонтанчики разглядываю, то вот сейчас думаю, надо поесть чего-нибудь. Ну, я с собой взяла поесть-то. Но прям вот у меня внутри какой-то вот дрожь прям стоит и все. Вот так вот бывает, мои дорогие. Ладно, будем держать себя в руках. Пыталась лежать вот так, как эта женщина. Ну, сколько меня хватило? 15 минут. Разболелись все кости. Ну, тут, ну что это? Вот на этой жесткой пластмассе, конечно. Да. Ну, ладно. Мучиться мне еще долго тут. Да я очень спать хочу. Ночью-то спала мало. А весь день вот это там разбиралась, убиралась, да собиралась. Поэтому очень хочется спать, конечно. Ну что, придется помучиться. Ладно, мои золотые. Давайте пока. Пока-пока. Потом в самолет сяду. Поснимаю еще. Пока-пока, мои дорогие.